Все пассажиры с места крушения доставлены в ТИКСе. В ней 32 пассажира и 7 членов экипажа. Они все считаются пострадавшими. Есть тяжелые. Якутска готовится к вылету борт полярных авиалиний. Возможно, через Усть-Хульгу, потому что в ТИКСе сейчас погоды нету. С Якутска планируется выезд медиков в количестве 8 человек, специалистов службы спасения в количестве 3 человек. И один представитель будет МЧС России по республике Саха-Якутия. На данный момент все живы. Если возможность будет вывозить их в Якутск, будем однозначно вывозить.